Александр Антипов в мебельной отрасли уже около 7 лет. Собственное дело в деревне Брехово открыл 1,5 года назад. Несмотря на то, что компания относительно небольшая, здесь осуществляется полный цикл производства. То есть мы от получения, скажем так, сырья в виде плитных материалов полностью их обрабатываем. Кромки, пленки, грубо говоря, шпанирование, эмаль наносим. У нас оборудование полностью ЧПУшное, которое высокотехнологичное, высокоскоростное, которое позволяет практически любой плитный материал обрабатывать. На предприятии автоматизированного производства изготавливают корпусную и встраиваемую мебель. Главный акцент на качестве, этому здесь уделяют особое внимание. Среди заказчиков как частные, так и корпоративные клиенты в планах компании расширяться. Такие встречи предпринимателей и представителей власти позволяют обсудить дальнейшее сотрудничество, а также возможность участия в программах по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы бы хотели развития более большое, то есть более крупномасштабное производство и максимально его роботизировать и автоматизировать. То есть это вот такая задача стоит в ближайшие 2 года. С администрацией Химок мы как бы уже немножко общались, сотрудничаем, пришли к тому, что взаимодействие в плане развития дальнейшего производства. Предпринимателям городского округа оказывают всестороннюю поддержку. Субъектам малого и среднего бизнеса помогают как на муниципальном, так и на региональном уровнях. У нас есть МКУ «Малый бизнес Химки». Они на регулярной основе помогают предпринимателям, выявляют новых предпринимателей, которые еще не встали на учет городскому округу Химки. Вот также помогают им с различными субсидиями и рассказывают о тех программах, которые действуют на территории городского округа Химки и Московской области для поддержки предпринимательства. Такая поддержка от государства открывает перед субъектами малого и среднего бизнеса новые горизонты. У предпринимателей появляется возможность не только расширять производство, но и масштабировать собственное дело. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.